Приветствую вас, Юлия. Я полагаю, что то, о чем вы говорите, я надеюсь, вы сам со мной согласитесь, ну и если вам это откликнется, конечно. То, о чем вы говорите здесь, это стыд. Вы говорите про стыд. Ведь деньги, получение денег, как бы хранение денег. Это стыд. То есть у вас не просто в детстве не было денег. Вы, очевидно, этих денег до сих пор стыдитесь. Вот ключевой момент. Вы даже называете себя транжирой, а с такой позиции, такой вот, ну, с таким подходом, таким апломбом, если угодно, что вам стыдно. То есть я транжира, как сейчас так, вот, как я могу, вот мне вот стыдно, что не могу там, не знаю, отложить на что-то денег, то есть вот такую историю вы нам преподносите здесь. И мне кажется, что это очень, очень сильно именно вот про как раз стыд. Что такое стыд? Ну, проще всего, стыд, наверное, было бы раскрыть через злость. То есть стыд это вот подавлена такая злость, стыд это подавлена агрессия, вот, стыд это какие-то подавленные чувства. Вот. Например, стыдом может быть подавленное желание помочь человеку. То есть вот у вас была когда-нибудь ситуация, что, например, вы хотели кому-то что-то сделать, ну вот, для кого-то вы хотели что-то сделать, а вам, там, условно говоря, этого сделать не дали, вот, вам, там, условно, чисто условно, сказали, что так делать нельзя, вот, так делать не надо, это плохо, ну, к примеру, это плохо, вот, и, соответственно, вы это себе подавили. И вот как раз в тот момент, когда вы себе это подавили, у вас начал появляться стыд. То есть это вот определенно такая злость на себя. Вот. Как ощущается она вам сейчас? А по факту же это больше подавленная злость на других. Это неочерченность ваших границ, собственно. Вот. И, соответственно, как результат, это вот такое вот постоянное искажение, что ли, реальность, в которой вы живете. Вам очень тяжело, я верю, но деньги это не принятие определенных чувств, вот. В том числе своих, в том числе ваших, вот, и, как мне кажется, в первую очередь именно с этим нужно работать. Как мне кажется, именно с этим в первую очередь нужно работать с вами. Вот.
Если этим заниматься, вот, то я думаю, что вы будете принимать и себя, я думаю, что вы будете принимать и деньги, вот, и стыда у вас станет гораздо меньше, вот. Пока его, понятное дело, пока много. Вот. Потому что, ну, вы привыкли. Вы привыкли. Привыкли так вот жить в определенном, ну, негативе, да. Вот, в определенном таком самобичевании, возможно, вы привыкли. Привыкли жить. А вот. Но. Повторюсь, это все корректируется. И это все корректируется, ну, довольно неплохо. Если, условно говоря, вы там позволяете это делать. Да, к примеру. Вот, то, что я мог бы вам сказать сейчас, вот то, что я мог бы вам ответить с точки зрения психологии. Следующий момент – это еда, то есть то, что вы много, значит, ну, по вашим словам, много денег тратите на еду. Я не знаю, нарушение ли это пищевого поведения или нет. Потому что, ну, варианты могут быть разные. Может, вы просто любите поесть, может быть, у вас нарушение пищевого поведения. Так или иначе, еде выделяете много внимания. Вот, чем это может быть связано? Со заеданием чего-то. Заедание как бы часто связано с потребностью в любви. То есть, если вот вы что-то заедаете, да, если вы достаточно ощутимое количество времени и средств тратите на что-то, то это вот приобретает уже такое значение больше. То есть, словно говоря, там, заниматься чем-то, чем угодно, практически чем угодно, если это откровенного прямого вреда не несет, вот. Позаниматься чем-то, там, час, полтора в день нормально, вот. А позаниматься чем-то 5-6 часов, если это не является каким-то делом и работой. Вот, это уже немного не то чтобы прямо странно, да, то есть это неправильно сказать странно. То правильнее, наверное, сказать, что это просто вызывает вопрос. Вот, это вызывает вопрос. Понимаете? Какая штука? Ну, вот, вопрос относительно того, а выбираете ли вы это? То есть является ли это, ну, ваши действия, ваши поступки, да, вот, является ли это следствием вашего выбора или нет? Вот что важно. Вот, поэтому тут как бы нужно, мне кажется, нужно стараться именно быть внимательным к себе, что, вероятно, вы не делаете, да, потому что, ну, понятно, что если бы вы были к себе внимательны, то, ну, возможно, я подчеркиваю, хочу подчеркнуть, возможно, не было бы таких вот у вас трудности
Вот. А раз такие трудности есть, ну, значит, тут, вероятно, вы к себе не внимательны. Вот. Поэтому вы заедаете, ну, скорее всего, что-то. Скорее всего, здесь именно вот потребность в любви. А что такое потребность в любви? И что с этим делать? Собственно, стыд, чувство стыда, блокирует эту самую любовь к себе. Вот. Важно понимать, как мне кажется, что чувство стыда вообще полезное. Вот. То есть, как бы, ну, человеку нужен стыд. Но стыд может быть разный. Бывает стыд, который постоянно присутствует. Бывает стыд, который мотивирует на какие-то действия. Вот, на какие-то поступки. Вот. В вашем случае это поступки как раз вот связаны с едой и обеспечением себя. Еще один немаловажный момент заключается в том, что вы себя сравниваете с другими людьми, как мне показалось, и вы не чувствуете интереса. Вот что это значит? Это довольно интересный момент. Вопрос бедности, как таковой, вопрос бедности, вот именно такой момент, что я бедный, там, у меня нет денег и прочее, это, как правило, социальная история. Как правило, это социальная история. То есть, что такое социальная история? Это сравнивание себя с другими людьми. Я не такой, как другие, если я не отдыхаю. Ну, где-то не я живу. Я не такой, как другие, если у меня нет вклада, и я, соответственно, там, не знаю, не получаю там пассивный доход, к примеру. А вот, я не такой, как другие, если у меня там, не знаю, нет какой-то одежды и прочее. Да, может быть, я сейчас утрирую, вот, я не хочу, чтобы вы воспринимали это буквально, то, что я говорю. Вот, было бы здорово, если бы вы постарались увидеть в этом именно суть. Вот. Она заключается в том, что вы сравниваете себя с другими, это является вашим мотиватором. Вероятно, мотиватором. Что-то делать. Вот. Но вероятный мотиватор что-то делать является внешним, а не внутренним. Это первое. И второе. Второй важный момент. Это он, собственно, этот момент прям вытекает из первого. Когда есть социальный элемент, то есть элемент внешний, в контексте мотивации, элемент внутренний в контексте мотивации отходит на второй план. То есть я ориентируюсь на то, что надо, на то, что нормально, на то, что
социально приемлемо, но не на то, что я хочу. Вот. Или я чего-то хочу, но особо к этому не прислушиваюсь, потому что вот надо как-то определенным, ну, каким-то определенным образом надо. Именно надо. Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому вы, вероятно, не знаете до конца, какая вы, что вы чувствуете, что вам хочется, что вам нужно, вот, что вам нравится и так далее. То есть эти все вещи вами могут опускаться. Понимаете, да? Вот. То есть это такой достаточно специфический момент. Потому что вы можете, с одной стороны, говорить, что ну как, я себя слышу, я хочу отдыхать, например. А с другой стороны, ну так извините, вы хотите отдыхать, но не отдыхать, значит, вы хотите чего-то другого. Как бы. То есть тут вот есть, что называется, конфликт интересов. И мне кажется, что в этом направлении имеет смысл также поработать. Следующее. Вы говорите о том, что не любите готовить. Никто не говорит о том, что вы должны готовить. Или никто не говорит о том, что вы должны там, не знаю, кайфовать об готовке. Но есть нюанс, что вы не любите готовить настолько, что жертвуете на это свои деньги. То есть вы не любите готовить настолько, что предпочитаете не отдыхать. Я думаю, что готовка здесь имеет некую большую значимость для вас, чем просто не чем просто проявление того, например, что вы не любите готовить. Я думаю так. И я думаю, будет хорошо, если вы признаете, что вот готовка вас, там, к примеру, пугает или что-то еще. Вот. Или страшит, или вы чувствуете себя как-то ужасно в этот момент и так далее. А стыд, пришедший из ощущения бедности, вполне может мотивировать вас на то, чтобы заказывая еду, чувствовать себя плюс-минус роскошно. То есть, когда я заказываю еду, как бы думаете вы, я шикую. И вот вы и шикуете. Это вот именно что такое, знаете, шикование получается. Но опять же, вопрос,
который я должен вам задать. Вы выбираете это, или вы не чувствуете, что выбираете? Потому что если у вас ощущение, что вы выбираете нет, то, скорее всего, вы в данном контексте не свободны. Если вы не свободны, то и удовольствия вам это приносить никакого не будет. Вот это попытка такая вот что-то извне дополучить, но при этом сами вы себя по-прежнему чувствуете вот, возможно, той маленькой девочкой, вот, которой вы когда-то были, вот, без денег, там, и так далее, вот, к сожалению. Поэтому ситуация здесь, она вот такая. Я бы сказал, что нельзя просто взять и заставить себя перестать там, ну, транжирить деньги, например. Нужно отдавать себе отчет, чего вы хотите. Будете себя стыдить, будете продолжать это делать, потому что стыдом вы подкрепляете свое такое поведение. Стыдом вы его закрепляется, потому что вы что-то сделали, я имею в виду, там, потратили деньги, вы себя поругали. Но это, то, что вы себя ругаете, это такое вот несколько извращенное проявление внимания к себе. То есть я себя поругала, вроде бы сделала что-то плохое, но по факту дала себе внимание, вот, и почувствовала себя значимой. Потому что если бы не это, то мы бы себя наругали, вы бы, ну, по сути, ничего. Не было бы у вас такого ощущения, что вы живете, не было бы у вас чувства, что вы жива. Вот. А так это чувство у вас присутствует, и все неплохо. Вот. Другое дело, что можно по-другому, другое дело, что нужно по-другому, но по-другому вы не умеете. Зато говорить о том, что вы транжир, и ругать себя, да, вот это всегда, пожалуйста, это с радостью. Вот. Потому что таким образом у вас не получается проживать свои потребности. Вот. Не получается проживать свои желания таким образом у вас. Вы как будто всегда удовлетворяете их, ну, наполовину. Вот. И до конца нет. А это остается, это вас, конечно же, ну, подпитывает. Вот.
это вас подпитывает, это вам, ну, тяжело дается вам это. Вот. Так что история здесь такая, достаточно специфичная. Вот. Но все решаемо, безусловно. И решить помочь можно и вам, вот, если вы позволите нам это сделать. Поэтому я бы рекомендовал психотерапию. Вот. Я бы рекомендовал, да, коррекцию отношения к деньгам, вне всякого сомнения. Вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что деньги, что называется, жгут вам руки. То есть вот, ну, как бы, если у меня деньги, то, значит, я должна от них избавиться. Вот. Ну, примерно. Вот. Такой подход. Вам стыдно, вам страшно. Но ключевой момент, мне кажется, ключевой момент это все-таки больше именно стыд. Не страх. Вот. Вот как-то так. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя увидели что-то новое. Надеюсь, что вы получили пищу для размышлений. Вот, надеюсь, что вы обязательно обратитесь за помощью. Вот. Потому что, ну, как бы самостоятельно вы не справитесь, вот, ну, я имею в виду, сами вы не справитесь с этой ситуацией, вот, и вам нужна помощь, вот, так или иначе. Поэтому обращайтесь, с радостью вам мы поможем. Вот. Удачи вам, решения всех ваших проблем.